Привет! Сегодня готовим очень вкусное домашнее мороженое. Нам понадобится 33% сливки. Обязательно охладите их в холодильнике несколько часов. Сгущенка. Блендер с насадкой венчик и большая емкость. Имейте в виду, при взбивании сливки увеличиваются в 2 раза. Наливаем приблизительно 400 мл сливок. Собираем блендер и начинаем взбивать на самой маленькой мощности. Взбивать нужно до твердых устойчивых пиков. Чего, это когда сливки остаются на венчике и никуда не опадают. Самое главное, не перевзбейте, а то сливки превратятся в сливочное масло. А как только получили такой результат, останавливаемся и открываем сгущенку. И вливаем тоненькой струйкой, грамм 150, а если будет не сладко, то добавьте еще. Взбиваем буквально 10-15 секунд, чтобы масса стала однородной. Разравниваем. Накрываем крышкой или пищевой пленкой и убираем в морозилку часов на 5. Через 5 часов достаем наше мороженое, оно уже полностью застыло. Даем ему постоять минут 5, чтобы стало помягче, и можно накладывать. Мороженое получилось действительно очень вкусным. Магазинное нервно курит в сторонке. Если понравился рецепт, ставь лайк и не забудь подписаться. Пока!